Госзакупка дня. Добрый день, с вами Надежда Иваницкая, Госзакупка дня. Это программа для тех, кому не безразлично, куда уходят деньги налогоплательщиков. Министерство внутренних дел заказывает себе два автомобиля объемом двигателя более 4 литров. Какой именно марки требуется автомобиль, МВД не уточняет, но приведены подробнейшие требования. Должен быть черный кожаный салон, 5 глушителей, вентилируемые сиденья, керамическая отделка элементов управления. Спинки задних сидений должны быть с функцией массажа. В комплекте должен быть телевизор, проекционный дисплей, аудиосистема Hi-Fi и развлекательная система для задних пассажиров. Характеристики можно перечислять долго. Одна выглядит эффектнее другой. Неудивительно, что каждая такая машинка стоит около 6 миллионов рублей. Забавно, что в качестве обоснования стартовой цены МВД приводит тот факт, что в мае этого года министерство уже заказывало себе автомобиль именно по такой цене. Интересно, что шикарными машинами чаще всего балуют себя именно силовики. Так, Генпрокуратура в августе уже покупала себе Mercedes-Benz за 5,5 миллионов рублей, а Следственный комитет России за ту же цену побаловал себя машиной Audi 8 серии. В начале ноября в Москве состоится праздник «Урожай 2011». Откройся, цариц полей! Его заказывает Департамент товаров и услуг города Москвы. Чиновникам потребуется концертный зал не менее чем на 6 тысяч мест. Перед залом должна быть площадь не менее 2 тысяч квадратных метров, а фойе должно быть не менее 1000 квадратных метров. В концерте должны принимать участие двое ведущих. Два из них обычные, а 4 – скоморохи, говорится в документации. В программе праздника выступления артистов оригинального жанра и пародии, а также известных участников телепроектов, эстрады и кино. В концерте должны принимать участие 4 заслуженных артиста и 3 народных. Главное условие – никакой фонограммы. Стоимость контракта – почти 20 миллионов рублей. И это все на сегодня. С вами была Надежда Иваницкая. Хорошего дня. Госзакупка.